Стратегические бомбардировщики Ту-160 нанесли ракетные удары по полигону в Коми. Экипажи отрабатывали боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. Всего в учениях занято около 10 воздушных судов, но так называемые «белые лебеди» вызывают наибольший интерес. Бомбардировщики способны нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой, дальность их действия до 3500 километров. При этом изменяемая геометрия крыльев позволяет им совершать перелеты на дальность в почти 14 тысяч километров и развивать скорость до 2200 километров в час.